Киевсовет продолжает удивлять. После переименования недостроенной станции метро «Проспект Правды» в станцию метро «Варшавская», местные депутаты решили, что самое время рассмотреть вопрос лишения Брежнева статуса почетного гражданина Киева. Мне почему-то кажется, что Брежневу все равно, ему ни холодно, ни жарко, потому что он умер 40 лет назад. Я понимаю, зачем это все делается, я понимаю, у нас дерусификация, декоммунизация и все остальное, но в Киеве есть ряд проблем, которые еще нужно решать. Это огромный город, это столица нашей страны. У нас есть что делать, помимо переименований, помимо сноса памятников, помимо вот всякой дребедени, которая никак не влияет на жизнь киевлян. Например, некоторые спальные районы не видели и не знают, что такое асфальт уже лет 20. Я считаю, что для начала нужно решать реальные вопросы практически. То есть схема такая: сначала дела, потом решайте вопросы с умершими людьми.